могилы. Они говорят, что это чудовище из могилы. Это определенно совершенная неправда. Там где-то есть оружие, заряженное транквилизаторами. Я не уверен, что они подействуют на эти экземпляры. Но вы можете попробовать. Обнаружены тяжелые ранения.
помощь. Гордон Фриман, это ведь вы, правда? Команда ученых следила за вами с помощью системы безопасности «Черный мест». К сожалению, таковы военные. Ваш скафандр напичкан аппаратурой слежения, но все же это лучше, чем быть будто голым в этом ужасном месте. Вам нужно торопиться. Неизвестно, что произойдет с системой вашего скафандра. Если вы хотите попасть в комплекс «Лямбда», вам нужно пройти через систему производства, где система безопасности дырявая, как решето. В моем случае это помогло, так что... Убедитесь, что... Энергия восстановлена до 50%.
Энергии восстановлено до 85%. Куда этого Фримена? Наверх, куда же еще? Какого черта? Он у нас, так давайте грохнем его. Ну, они найдут тело. Тело? Какое тело?
обнаружил незначительный перелом.
Там можно надпись заказать тебе на могилу. Там наверху не очень хорошо все заперто. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть входную дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячутся ученые. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Да, мы можем прожить дольше, если будем работать вместе. Энергия восстановлена до 95%. Уровень энергии 100%. Thank you.
исчерпан. Энергия восстановлена до 90%. Уровень энергии 100%. Установлено до 95%. Уровень энергии 100%. Что это? Оружие? Положите на место. Это прототип. Система жизнеобеспечения включена. Не допускайте там заряд. Морфий, обнаружена кровопотеря. Обнаружен тяжелый перелом. Ученый, слава богу, выведите нас отсюда, пока военные нас не обнаружили. У нас всех есть доступ через сканеры сетчатки глаза. Проведите нас через лабораторию, и мы выпустим вас.
Сначала вам нужно выключить хирургический комплекс. Питер недавно пошел туда для этого, но, похоже, мы больше его не увидим. Пошли. Да, пошли. Да. Я должен остаться здесь, в городе. Я собираюсь остаться здесь, в городе, коллег. Искренне надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Отлично. Ты даже не узнаешь, что я здесь. Все верно. Подожду прямо здесь. С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Хорошо, я не знаю. Пора служить. Там случилось. Там все под контролем военных. Вам придется прятаться и воевать с ними, чтобы пробить тебе дорогу. Вы не встретите там много наших, но если вам удастся выжить, и вы пройдете всю базу, вы доберетесь до конца коляма. Дальше я не пойду. Я не рискую. Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 45%.
Обнаружена кровопотеря. Обнаружена кровопотеря. Состояние критическое. Состояние ухудшилось. Требуется медпомощь. Обнаружена кровопотеря.
Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 30%. Энергия восстановлена до 45%. Энергия восстановлена до 60%.
мире. Обнаружен тяжелый перелом.
исчерпан. Энергия восстановлена до 15%. Установлено до 25%. Обнаружены легкие ранения.
Энергия восстановлена до 15%. Энергия восстановлена до 25%. Энергия восстановлена до 40%. Восстановлено до 55%. Энергия восстановлена до 70%.
помогите, кто-нибудь, я умираю, ну пожалуйста. Система. Обнаружена кровопотеря. Комплекс Лямбда? Я тоже хотел туда попасть, но у меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я... Ну, в общем, взгляни за дверь и поймешь, что я имею в виду. Я туда больше не пойду. Но если ты собираешься идти, то я и все...